созданию семьи и воспитанию детей нужно подходить ответственно и с умом. В Ивановском центре психолого-педагогической помощи открылась школа молодых родителей. Грамотные специалисты помогут юношам и девушкам морально подготовиться к семейной жизни и рождению малыша. Эта школа предназначена прежде всего для молодых семей, для молодых родителей. И направлена это на гармонизацию отношений и мужчины, и женщины. И поскольку это единый процесс, да, семья – это единое целое, мы, конечно же, ждем пары. И если будут приходить только мамы, это будет не настолько эффективно, потому что отношения – это всегда отношения двоих. И чтобы папы тоже понимали, что происходит с их женщиной, например, в период беременности, да, в период, когда она там воспитывает ребенка, что вообще происходит, очень важно, чтобы мужчина тоже присутствовал. Программа занятий разделена на 4 блока. На первом тренинге будущим мамам и папам расскажут, как преодолеть страх перед беременностью, ведь это всегда испытание для обоих родителей. Кроме того, психологи дадут советы по преодолению кризисных ситуаций. Отдельное занятие посвятят воспитанию детей. Ребенка я жду, скоро роды начнутся. С папой готовимся очень сильно. Вот, мне позвонили из опеки. Женщина знакомая, она говорит: «Киан, вот открылся такое-такое, там будут объяснять, как лучше вести себя с ребенком, как воспитывать его правильно, чтобы не было в будущем проблем, чтобы, ну, как сейчас много молодежь, то по милициям родители ездят, то еще что-то, где-то недоследили, где-то недовоспитали. У многих подруг в моем же возрасте тоже дети, семья разрушается, не пройдя года, вот». Дети живут, в конце концов, у бабушек, у дедушек, родители дальше гуляют в свое удовольствие, но мне бы так не хотелось, мне хочется свою полноценную семью. На бесплатные тренинги приглашают всех без исключения. Тех, кто задумывается о семейной жизни, и тех, кто уже успел официально оформить свои отношения. Педагоги готовы обсуждать темы, которые предложат сами учащиеся школы молодых родителей. Отдельные вопросы можно будет задать на индивидуальных встречах с психологами. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.